Вся рука в кровище. Хорошо, хоть не в своей. Все? Или кто-то еще желает? Да, всех победил. Всех победил. О, рыба. Можно поиграть в домино. Так, многих мы потеряли в этой битве, но... Ничего не поделаешь. Приходится чем-то жертвовать. Ради победы. Так, что у нас тут у города творится вообще? Хотелось бы посмотреть поближе. Так, это слишком радикальный вариант. Там можно нарваться сразу на два отряда, скорее всего, так и получится. На один не нарвешься. Где этот Ролан, черт возьми, или как его там? Он, наверное, далеко. Он, наверное, в этом сидит своем. Где-нибудь на миндале. И командует оттуда. Так. Перемирие между королевством Свади и султанатом Сарадинов подошло к концу. Скоро грядет новая война, но не между нашим королевством и чем-то еще, а между королевствами, на которые мне наплевать. Опа! Кто-то попадос сейчас словит в чистом поле. Иди-ка сюда. Когда же ты поймешь, что не сможешь убежать, развернешься ко мне лицом? А? Уродец. Бежит, а все равно не убежит. Только оттягивает мне штаны и время. Так, прокачиваем. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Ну иди сюда, сколько за тобой еще может поспевать-то? Опять в лес. Ночь, лес. Я задолбался в лесу уже воевать. Иди сюда, говорю. Куда ты прешься вообще? Наконец-то. Наконец-то нормальная битва. У меня уже достаточно стрелков. Я могу просто опять-таки встать и расслабиться. Опять начинается уничтожение всего и вся на подходах. Ну что ж, а я встану где-нибудь здесь. Тоже постреляю. Вместе со всеми за компанию. Оп, в голову. Оп, еще раз в голову. Блин, надо в центр стрелять, а я стреляю куда-то в бок. Зараза, а? Убить меня захотели. Гады еще и попадают. Не с места, черт возьми. Замрите, я вас целюсь, а вы куда-то убегаете. Как ноль урона, как ноль урона. Броню, что ли, не пробил? Как такое вообще возможно? Еще минус один. С моей легкой руки. И... Сливки общества тут подкатили. В количестве, наверное, трех человек. Низковато целюсь как-то. Это, наверное, все, да? Да, это были последние неудачники на сегодня. У нас вообще нет потерь, а там 32 человека убитыми. Валим отсюда. 134 динара еще получили вдобавок ко всему остальному. Посовещавшись с вельможами, король Рагнар, конечно, решил себе отдать там что-то. Замок или город, не знаю. Короче, все по-честному, как всегда. Все самому себе. Никто не желает присоединиться к нашему отряду, но это не новость для меня. Опять деньги кончаются. Черт возьми. Черт возьми, деньги заколебали кончаться. Все деревни разграблены. Опаньки! Опаньки!
Он в замок убежит. При том, что я, как всегда, я немножко быстрее, но, черт возьми, слишком... Слишком уж близко к замку. Ну, обидно, а. Я бы его сейчас напряг бы серьезненько так. К сожалению, он успеет, скотина. Нет, нет, да, нет, да, 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 давай, 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 давай. Ну остановись ты хоть на секундочку, ну на секундочку остановись, ну я ж почти догнал тебя, скотина, черт возьми. Остановись. Остановись, говорю. Давай, давай, давай. Пока проапгрейдим, может быть, сейчас побыстрее будем шастать с более хорошими воинами. Давай, 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 есть, мы его догнали. Мы встретились снова, мистер Бомж. Мне сказали, что лорд Генрих, как соперник, вам не ровнее. И с тех пор мне не терпится скрестить с вами мечи. Да, я видел, как тебе не терпится скрестить со мной мечи, блин. Давай еще струю с тобой скрестим. Сдавайся. Хорошо, жаль, что нам не удалось избежать этого, но выбора у меня нет. Накинуться на врага. Романтик, дождик, вечер, утро, полнолуние, черт возьми. Полнолуние. Чистое поле. И мы опять строимся в ряд, чтобы встретить врага градом из стрел. Сегодня на их головы не только вода будет с неба лететь, но еще и наши... Заостренные пики. Ну давайте. Подходите, черт возьми. У него конница по-любому еще есть, это плохо. Конница это плохо. Что вы не держите позиции-то? Как-то они боком пошли. Скотины, а? Всадники будут обходить нас. Или там вся армия нас обходит. Да, вся армия нас обходит. Должен был попасть, но не попал. Зараза. Как же так? Получается, что я нифига не попадаю. Ну, какая-то бомжеватая армия, знаете ли. С камнями! Замечательно. У вас все получится, ребят, с камнями. А ну-ка, какая-то офигевшая рожа. Ай! Черт, только не по мне. Да, у него какие-то вообще бомжи. Не прокачанные нифига. Сюда пошел! Зараза, а? Давай на тот свет. Сюда иди. Сюда иди, гады. Я вас всех тут сейчас нанизаю на свой меч. Дешевый. Спертый у разбойников. Ну. Заколебал. Оп. Так тебе и надо. Халаты у вас крутые, но как воины вы отстой. Так, сейчас, по идее, вторая волна пойдет, но она будет там где-то из 6 человек, наверное. Максимум. Да, там даже 2 человека, а не 6. Или 3. Нет, не 2, не 3. Побольше, но не имеет значения. Оп, попал.
Такие важные, щитами прикрываются, а сбоку-то вас тоже стреляют, господа. Черт. Это упреждение тоже, блин, хрен рассчитаешь. Здорово. Но погоди. Давай по-честному. Давай по-честному, сейчас на тебя мои 30 человек еще нападут. Тогда будет по-честному. Еее! Мы победили! Да? Мы победили. Круто. Вот так вот. Первая самостоятельная победа над королевской армией. У нас только один убитый. Лорд Вальтер так скрылся. Скрылся, поганец, а? Я уже готов был еще 1500 динаров получать. Нет денег, 17 динаров. Да. И лут говно. Простите за выражение. Где наш город? Есть здесь где-нибудь наш город? Надо срочно валить в Андернас. Андернас! Чтобы продать там все. Ну, зато музыка эпичная такая играет взамен всех денег. Так, это даже не город, это деревня. А это, я так понимаю, нет, это город. Давайте, нам нужно быстрее туда. Как можно быстрее, потому что если сейчас закончится неделя, окажется, что бойцов-то... Бойцам платить нечем. Все разбегутся, черт возьми. 719 динаров я точно не получу со своей дохлой деревеньки. Опаньки, опаньки, вот это вот, не надо, не надо, не надо, не надо, не... Спокойно, спокойно, ну спокойно, подумаешь, братство завалил тупорылого, вот, правильно все. Сказал, что брать с тупорылой, мне в это поверили. Так, ну, насчет 52 я мог бы еще, наверное, посражаться против такого количества, но не против там. Не против того, что мне сейчас предлагают. Так. Добрались вовремя. 1400 динаров в запасе у торговца. Я думаю, мы сейчас все продадим. Что за бомжовские отряды, блин, у противника? Я не понимаю. У них денег вообще нифига нет. Точнее, ни денег нифига нет. Да у них денег-то даже нифига нет. Ни воинов, ни денег, ни лута нормального. А, это жесть. Все равно, даже вот если я сейчас... нарвусь на оплату недельную воинам, то... ну, смогу, но под ноль. Смогу оплатить, но под ноль. Где там этот горец пьяный? Где-то в лесу скрылся. На деревню, может, нападает. Хотелось бы с ним побазарить по душам. 51 человек, я думаю, я бы смог там их разобрать кое-как. Даже вполне спокойно смог бы, я думаю. Блин, в таверну не заглянул. Наверное, может быть, там рабов можно было продать. Тем более, эти все равно скрылись. Шампиньоны. На лошадях. Вот рабов бы мне сейчас продать. Точнее, не рабов, пленных. Может быть, кого-нибудь своего встречу, старого знакомого. Посредник. У тебя рабы. Думаю, знакомство со мной становится для вас не бесполезным. Почему это? Я доставляю твою... Ну да. Так. Сколько я могу получить за пленного? Так. Сразу почему нельзя было выбрать доставать кошелек?